Всем привет, с вами Андрей. Вот приехал на стройку, разгрузка краном. Вчера предупреждение было, штормовой ветер, но кто-то его не слушал. Вот. Люди заказали бетон, сейчас дождь фигачит, извиняюсь за выражение, и ветер. Я не знаю вообще, как разгрузка будет происходить. Он даже повернуть не может. Кран, так как сразу кран автоматически выключается, потому что там есть специально видно, что датчик, если сильный ветер. Все, на сегодня моя разгрузка закончилась, так как ветер сильный. Сейчас обратно в машину и можно уезжать отсюда. Ветер действительно очень сильный. Сейчас подпишу путевой лист и еду выкидывать полную машину бетона. Так что просто выкинем 8 метров. Жалко, но что поделаешь. Так что вот такие у меня теперь проблемы. Поеду выкидывать, это еще часа на 2-3. День зависну там. То есть, блин, жалко, конечно. Ну вот так я прокатился до стройки. Сейчас обратно выезжаю. Здесь я ехал задним ходом, наверное, с километр. Теперь пока стоял, окна запотели. Посмотрел я адрес, куда мне ехать. 50 километров до фирмы, где мне надо будет выкинуть этот бетон. То есть сегодня видео будет длинным, если что. А где вот эта стройка, где я сейчас стоял, там строят, как же правильно сказать, дом, большой дом, на 4-5 миллионов стоимость этого дома, прямо на берегу Эльбы. Ну, сам участок тоже большой, наверное, немало денег стоил. Вижу, уже съедет машина, хочет заехать с песком. Он меня, наверное, не видит, не буду успеть выскочить. Ну, куда ты едешь? Мы ж тут не разъедемся. Ему надо вниз проехать тогда. И потом сможет заехать. Так, ну, все, увидел меня. Молодец. С одной стороны, даже это хорошо, что вот меня отправили бетон выкидывать. В такую погоду лучше просто ехать в машине, чем где-то стоять на стройке и разгружаться. Потому что ты сидишь здесь в тепле, у тебя есть кружка горячего чая, и ты можешь спокойно ехать час-полтора и смотреть в окно. Вот такие домишки стоят. Красивые. Да тут все дома большие. Немцы любят строить. Вот с левой стороны домишко стоит. Да тут каждый дом, смотрите, как сделан красиво. Дома большие, просторные. И участки большие. И старые домишки есть. Вот я тоже вижу, посмотрите. 1000, там какой-то 800-й год стоит постройки. Но я сейчас еду через город, опять на автомагистраль, и фирма находится по утилизации бетона. Ну, там не только бетон, это большая такая свалка. И там бетон, дерево, там, ну, туда весь мусор свозят, это за городом, 40 километров от города. Мне туда теперь надо ехать. Меня послали туда, ребята. Уже бланкереза скоро кончится и начнутся обычные такие
городские районы. Ну, как городские? Тут спальный район, но преобладает большинство домов частного сектора. То есть такие небольшие домишки по 2-3 этажа максимум. Тут нет многоэтажек. И вы заметили, много зелени. Деревья практически стоят чуть ли не на дороге. Если даже делают пешеходную дорожку и дерево стоит, то они его не срубают, а просто обгибают. Это я уже видел сколько раз. Так, ну а мне здесь налево. И еду я дальше. Когда монтировал видео, у меня звуки такие были в машине. И оказывается, у меня там упаковка воды стояла в целлофане. Этот целлофан постоянно при каждой кочке он скрипел, вот такой звук издавал. Сейчас я с этим разобрался. Зеленый забор, за этим забором находится, знаете что? Сейчас вы не догадаетесь. Это Бундесвер. Немецкая армия. Посмотрите, у них просто теннисный вот эти корт. Поля теннисные и все. И больше, по-моему, ничего нету. Такой немецкий Бундесвер. Типичный Гамбург. Все куда-то летят, спешат. Сейчас я стою на светофоре, потом съезд на автомагистраль и потихонечку можно уже катиться. Ну что, пока я еду до своего пункта назначения, уже я за городом. Время близится к обеду. Короче, я пока еду, обедаю. Сейчас вам покажу свой обед. Это гречка, мясо и картофельный хлеб. Вот такой у меня сегодня обед вкусный. И чай вот стоит. Чай мятный с медом. Так что, как говорится, приятного всем аппетита. Но я пока перекушу. Конечно, не думал, что мне придется сюда сегодня ехать, выкидывать бетон, но вот так получилось. Так что прокатимся, заодно вы посмотрите Германию глазами водителя бетонщика. То есть то, что я вижу, я вам показываю, вы пишите комментарии, мы это все обсуждаем. И вот так у нас происходит коммуникация. Так что, ребята, пишите комментарии, какие у вас есть вопросы. Постараюсь на них ответить. Вот. Так, но знаки говорят, что надо сбросить скорость до 60. И железнодорожный переезд будет. Кстати, заметили, кто видит железнодорожный переезд, просто одни два шлагбаума и все на этом. То есть никаких там нету подъемных этих бордюр, или как они называются по-русски, бордюры, или эти специальные такие, ну и штуки железные, короче, я забыл название. Представляю вам немецкую свалку. Я вижу, что там машина стоит впереди меня. Это наша машина. Так, это была вторая машина, которая должна была быть на стройке, где я был. Но, видно, ему позвонили, и он сразу поехал туда. Ну, хотя, как сразу? Уж не далеко он уехал, чем я. Но такие машинки привозят, вывозят мусор. Там бумага ее здесь, эту бумагу прессуют, и вот в такие фуры грузят. И повезли дальше. Между прочим, в Германии
на мусоре делают хорошие деньги, так как сюда привозят частники мусор, этот мусор для них не бесплатный, есть там специальная такая таблица, где расписаны, какой мусор сколько стоит. Но я думаю, может быть, сходить потом в столовую, попробовать взять кофе. Я думаю, что у них здесь продают, так как у них большой автопарк и у них столовая своя есть для своих рабочих. И вот в таких столовых обычно цены ниже, чем в ларьках или в каких-то магазинчиках. Кофеюку бы я сейчас выпил, а то что-то спать хочется в такую погоду. Чай не пробирает меня сегодня. Так что сначала разгружусь, а потом посмотрю. Если получится, возьму кофе. Ну что, настал момент истины. Заеду я на весы и посмотрю свой вес при полной нагрузке или загрузке. Все-таки интересно узнать. Машине уже год, и при полной загрузке мне надо, чтобы было максимум 32 тонны. Так, вижу сейчас 31 с чем-то. 31 900. Здесь люди привозят, выкидывают бетон, стекловата, каждый бокс. Вот самое дорогое — это дах папы, это покрытие. За него они дорого берут, потому что его утилизировать очень дорого обходится Германии. То есть земля, песок. Ну, здесь можно также купить землю, песок, приехать. Есть вот стружки. Бесплатно для то, ну, не фирма, а если ты как частное лицо, бесплатно можно мебель выкинуть. Большие кучи. Они это все это прессуют потом. И продают дальше мусор. Ну, здесь бизнес в Германии. Вот это зеленка. Ну, здесь и корни, и листья старые. Ну а здесь идет процесс уже дерева перерабатывают, потом такие вот опилки выходят. Эти опилки грузят в машину, вот стоит фуру, и везут уже на дальнейшую обработку дерева. То есть фирма делает неплохие деньги. Также бетон они дробят. Вот мы сейчас вывалим. С моим коллегой, он уже там уже этим занимается. Внизу стоит. И потом этот бетон они дробят внизу. И из него делают для дороги, ну, для строительных дорог вот такую щебенку. То есть где-то, я не знаю, вот он, сам аппарат, наверное, стоит. Вон он. Хотя их тут много. Который занимается как раз дроблением. Но вот здесь я буду выкручивать бетон. Проблема в том, что там воды много. Я вообще не понимаю, почему нас вниз послали, а один сверху стоит. Я всегда сверху бетон выкручивал вниз, и все. То есть 2 минуты, и ты пустой. Но вот сейчас меня вниз послали. У меня же бетон застывает уже, так бочка болтается при кручении. Так, ладно, погнал я. Подъеду задом и также выкручу. Здесь хорошо, что не надо маленькими кучками, а просто в одну кучу можно выкрутить, и все. А у меня сапог нет. Да, ребятки, конечно, здесь не могли ничего лучшего придумать, как вот сюда выкидывать бетон. Ну вот у меня бетон буквально уже за... Сколько я ездил туда-сюда? 3-4 часа уже. Ой, как этот, как пластилин. У моего коллеги бетон пожиже, еще более-менее нормальный. Мне даже отъезжать никуда не надо, он просто будет вот так перекатываться туда. И все, в кучу. Ну, конечно, самое козырное место-то сверху, как я говорил ранее, да? Ты подъезжаешь, 2 лотка одел и просто вниз его. Ну, выкручиваешь, и все. А здесь вот приходится вот так.
многие, конечно, спросят, ну а почему бетон же можно продать? У нас с этим строго, потому что в каждой машине есть датчик GPS. Наши диспетчера, которые сидят за пультом, они все видят, где наши машины. Если ты куда-то поедешь, то просто потом потеряешь работу. Это раньше можно было так делать, когда не было GPS. Лет так 10-15 назад. Сейчас с этим строго. Так что, ребята, сразу вам говорю. Раз продать можно, но потом останешься без работы. Так, ну все, выезжаем. Ну вот у нас вся старая мебель сюда складывается, потом уже все это перемалывается. А здесь вообще, по-моему, тоже уже такие опилки или непонятно что такое, кучи. Ну да, здесь специфический запах, сразу вам скажу, потому что здесь много мусора, здесь есть также и отходы домашние. Это, наверное, они лежат где? Вот склады чуть левее от меня. Так, это мне еще надо в очередь встать, чтобы до весов доехать. Хорошо. Так, ну что, заеду, посмотрю мой вес. 14, ну 600 примерно, вот. Так, ну что, вот показываю вам тара нетто брутто вес полностью 31 тонна 840. Тара — это значит вес машины 14 тонн 560 и бетона было 17 тонн 280 килограмм. Зашел в столовую, в свою кружку налил кофейка, полную молока и, ну, все про все 1,5 евро. Нормальная цена за кофе, потому что на заправке кофе сейчас в районе 3 евро стоит. Так что, ну, теперь можно выезжать и обратно в Гамбург. Тут доехал я до Гамбурга, сейчас вот тут небольшая такая, ну, пробка, не пробка, но движение идет не сильно быстро. Позвонил мне диспетчер, ты, говорит, где Андрей? Я говорю, да, я доехал до Гамбурга, а мне надо сейчас пойти обратно на завод ехать, где я сегодня целый день ездил, это через туннель и еще сколько там показывает километров, еще показывает 40 километров почему-то, как-то так. Так вот, он мне позвонил, говорит, Андрей, можешь ехать к себе на завод, там машину помоешь, и так что можешь отдыхать. Типа, бетона мало осталось, смысл, ты туда приедешь, потом помоешься и обратно поедешь, как бы, чтобы не гонять пустым порожником туда-сюда. Так что вот, друзья, как там мой рабочий день и кончается потихоньку. Ну, как кончается? Мне сейчас на завод приехать надо будет, заправить машину, почти на резерве уже еду, и помою бочку, и все. Так что давайте с вами будем прощаться. До следующего видео. Смотрите, подписывайтесь, пишите комментарии. С вами был Андрей на канале «Рабочие будни в Германии». Всем пока!